Так, вторая серия. Не влез 20 минут. Так, с первой панели, вот практически затененной, я получил 24 ватта. Ну, там 31 вольта была, почти 32, там оно, в принципе, туда-сюда эти ватты, там, или полваты. Теперь я подключил вот эту вторую панель верхнюю, которая сейчас хорошо освещается. И мы ее сейчас нагрузим, опять же, на максимальную, на 32 вольты, а не на максимальную, что я говорю. Так. Много. Меньше надо немного. Много. Много. Тридцать два и один, 32,2 многовато. Сейчас еще чуть-чуть меньше. О, 32,1 и 180. Ладно, еще чуть-чуть меньше. А, ну это уже, наверное, чересчур мало будет. Хотя сейчас, может, и натянет 32 вольты. Не-а. Наверное, не натянет. Тридцать один и семь и шесть. 188. 31,8. Ладно, чуть больше. О, ну 31,9. 31,8. Ну, чуть-чуть больше. О, 32. 32 вольты, 185. 189. 188. Ну, 187. Наверное, среднее будет 185. 183, 32,2 даже уже нагрелась спираль сильно, 32,1, ну пускай будет 184 примерно в среднем, 186, 187, да, ну 185 даже пускай будет, ладно. Так, 185 ватт мы имеем со второй панели. 185. Так, теперь плюсуем. Так, чистить. 24 плюс 185 равно 209 ватт у нас вышло. Сейчас мы должны получить 209 ватт. Так, я сейчас на паузу пока Так, продолжаем видосик. Переподключился. Ну, прошло там буквально 20 секунд. Солнце все так же светит, ничего не поменялось, тучек никаких нет. Мощность та же сама. Я также. Итак, сейчас мы должны получить при подключении от этой почти затененной панели, можно сказать, что затененной и хорошо освещенной, 180, ой, каких 180, 303, что я там насчитал, 209, о, 185 плюс 24, 209 ватт, так, надо записать, а то я уже что-то путаюсь. Так, 209 мы должны сейчас получить. Итак, смотрим, при 32 вольтах, 32, 33, нет, выше немножко, я ее просто укорачиваю, кто не понял, как я подбираю нагрузку, 33 все равно, 32,6, 32,3, 32. 207 вольт, а у нас 209, ой, мощность 207, 206 ватт,
А у нас должно быть 209. Вот 205 ватт. 32,1 вольта. 205 ватт. Уже красная спираль. Вот, 32. 32,0 было, 32,1. И воняет уже изоляция мне под нос. Ну, сейчас еще даже чуть-чуть попробуем меньше сделать. О! О, 32 ровно. 205 ватт, пожалуйста. 207 ватт. 32 вольты ровно. 207 ватт. 208. Ну, а должно быть 209. Ну, вот и все. Вот вам и результат эксперимента. Вот я и доказал практически, вот, что даже при одной затененной и второй освещенной в сумме мы получаем так же само, как и по разных панелях. Вот, так что смысл в этих диодах. Вот, даже сейчас еще попробую, покажу вам, если получится. Вот этот переток, как все говорят. Сейчас я рассоединю один провод. И мы посмотрим, будет ли тут искра. Вот, вот они, две панельки, параллельно соединены. Вот, видите? Видите? Ничего не происходит, вообще никакой искры. Ноль. Ноль. Это одна сейчас 24 ватта вырабатывает. Ну, как мы уже замерили. Вторая 185. И вот смотрите. Видите? Какой переток? Какой переток? Вообще никакого искрения. Это если бы какой-то был переток и грелась вторая панель, то какое-то было бы искрение. Но его нет, видите? Вообще нет. А, вообще ноль. Никакого искрения. Вообще, вообще. Вот. Так что никаких перетоков нет. Может быть, они бы были, если бы вторую вот эту панель, которую я, ну, отвернул от солнца, вообще затенить, ну там, например, занести в подвал ее, а вторую оставить на солнце. Может быть, в таком случае что-то бы и было, какие-то милливатты там или что-то такое. Но зачем такой мне вариант сейчас обговаривать или делать эксперимент с таким вариантом, в таких условиях, если в реальной жизни таких условий никогда не будет, что на одну панели массив ночь, а на другую день. Все равно они освещаются. И как мы увидели, с первой панели тоже идет напряжение 30 там с лишним что-то. Сейчас померяем еще раз. Даже вот этой затененной панели мы имеем сейчас напряжение. О, пожалуйста, 34 вольты. 34 вольты, а точка максимальной мощности у меня будет намного меньше. Там даже не 32. Как я уже понял, она намного меньше. Может быть и 30 даже, и даже меньше. 30 вольт это точка максимальной мощности. Ну, мой контроллер ее найдет. Поэтому напряжение, оно всегда будет как бы уравниваться двух панелей. Просто с этой панели будет немножко идти. Оно просядет на моем контроллере чуть-чуть. Вот, просядет и возьмется там этих 24 ватты с этой панели, отвернутые от солнца, а с той возьмется 185 ватт. Вот. И все. Вот вам и вся логика. Вот вам и весь результат эксперимента. Вот как-то так получается. Ладненько. Все, пишите, что вы об этом думаете. Всем пока. До следующих видео.